Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 мая, я вот вчера подходила к этой грядке и рассказывала, что во время морозов замерзли у меня вот эти томаты, подмерзли, но я их оставлю, буду выращивать, вот видите, пасынки идут. Заменила очень мало растений, видите, вот это вот у меня на замену пошла, а эти старые. И почему, вот многие говорят, ну если есть, заменили бы. Почему не стала заменять? Потому что, смотрите, вот выдернутое растение специально оставила. Полюбуйтесь, какая у него уже была корневая система. У него такие корнищи. Он, мне кажется, намного быстрее, чем вот эти будут адаптироваться. Теперь хочу сказать про восстановление. Я вчера сказала, что я не буду пока ничем поливать, ничем опрыскивать. Но смотрите, у всех ситуации разные. У меня, я много раз уточняла, что это грядка-ленивка, на которой стекаются все остатки. Все остатки, которые остались от теплицы, от открытого грунта, от всего-всего. То есть, те томаты, без которых я и так обошлась бы, я здесь их не буду ни подвязывать колышку, ни посынковать, ничего делать. Они будут выращиваться по принципу «посадил и забыл». Ну, для технических целей все. Но ведь есть ситуации у людей, когда подмерзают томаты, которые они выращивают, ну как, которые у них в единственном экземпляре, можно так сказать, которые они выращивают для еды, и других нет. Что делать тогда в таких случаях? В этом случае, конечно, нам нужно, чтобы поскорее томат нарастил зеленую массу. Потому что вот тот пасынок, который он сейчас вылазит, вот видите, он еще какой маленький, он свежий, зеленый, все, но он очень маленький. Эти-то они все потом отсохнут. Как помочь томату побыстрее нарастить зеленую массу? И вот тут как раз помогут нам удобрения, которые мы всегда, как слово такое, как бы хаем, что ли, как бы говорим, что это нехорошо. У всех сейчас вот на языке такое выражение, что накачанные селитры, вот эти, когда стали китайцы арендовать вот эти теплицы, выращивать огурцы, у них там урожайность зашкаливает, все говорят, да, они селитрой напичкают, что быстро все растет. Да, вот эта аммиачная селитра и вот эта мочевина, она не очень приветствуется в те периоды, когда уже период плодоношения, все. От него растет, увеличивается масса плодов, повышается урожайность, но понижается качество плодов. Но эти же самые удобрения могут выручить нас ранней весной, тогда, когда еще нет никаких плодов, когда нет никакой речи ни про отравление человека, ни про то, что там могут накопиться нитраты. Эти удобрения, они и предназначены для того, чтобы помочь растению нарастить зеленую массу побыстрее. Они называются, вот если у нас суперфосфат всегда как бы условно считается осенним удобрением, который вносится осенью, то вот эти азотосодержащие, карбамид, который в народе называется мочевина, аммиачная селитра, они называются весенними удобрениями. У меня всегда стоит бутылочка вот с мочевиной или с карбамидом, ну пластиковая из-под молока. И я пользуюсь им в том случае, когда у меня весной подмерзают цветы, бывают. Вот один раз у меня пион морозом ударило. Он долго не мог листья новые нарастить. Тюльпаны подмерзают. Даже подмерзают нарциссы, был какое-то время. Подмерзает клубника. И вот в случае с томатами, они нас тоже могут выручить. Если мы сделаем стимуляцию для этого томата, для наращивания зеленой массы. Классический рецепт: берете вот этот карбамид, мочевину, 1 столовую ложку, размешиваете в ведро воды и делаете как полив. Ну и все правила соблюдаем, естественно, только по влажной почве. Желательно, чтобы не в жаркий день, вдруг если куда-то упадет, там, чтобы ничего не сожгли. Вообще они не такие опасные, если вы знаете, как с ними, как их использовать, ничего страшного не будет. Люди по листу и поливают, опрыскивают. Но если вы ни разу ими не пользовались, то лучше всего полить под корень. Вот здесь вот видите, корешок полить, не задевая само растение. Главное, чтобы корневая система получила вот этот азот. И вот эти азотосодержащие удобрения
они помогут растению, вот эти вот зеленые листочки, они начнут интенсивнее, быстрее, как бы на глазах прямо у вас. Посмотрите, через день, через два, через три подойдете, о, уже такой большой зеленый листик. Вот именно азотосодержащие удобрения весной мы применяем для того, чтобы помочь подмерзшим, иногда там сломанным, обломанным растением нарастить себе зеленую массу. Потому что пока томат не нарастит зеленую массу, ну, ничего, конечно, из него не будет. Все. И, конечно, если эти томаты у вас, ваша надежда, ваша единственная, ваша вот этот вот, например, урожай, грядка, то тут подойдут любые опрыскивания. Можно обработать эпином. Вы знаете, что это антистресс-адаптер. Можно обработать янтарной кислотой, можно обработать борной кислотой, это я имею в виду листовую подкормку. И если вы поможете своему растению, вот азот дадите, еще вот эти вот какие-то опрыскивания, тогда, конечно, зеленая масса, вот эти листовые пластины, они будут образовываться быстрее, и растение будет качественнее, и оно быстрее забудет про свой вот этот стресс, который они получили во время мороза. И вот исходя из этого, я могу вам сказать, еще раз повторю, что ситуации у всех ведь бывают разные. Вот я не буду ничем обрабатывать, потому что, ну, они у меня 101-е. А если у вас единственная грядка, конечно, нужно постараться, чтобы листики побыстрее выросли, и чтобы они были здоровенькие, чтобы у них все восстановилось. Тогда комплекс мер вот эти сделайте. Полейте азотосодержащим удобрением. Сделайте опрыскивание, например, один раз стимулятором, вот регулятором роста эпином, другой раз янтарной кислотой. И тогда, скорее всего, будет лучше, чем если бы вы всего этого не сделали. Все, до свидания.